Всех приветствую. Попросил меня неравнодушный земляк прокомментировать вот эту ситуацию. Ну что же, скажу свое мнение. Вот что я выяснил. В Харовске в 2023 году, в декабре, на средства народного бюджета был реализован проект по организации мемориальной доски в честь нашего земляка-героя Василия Прокатова. Дело-то хорошее, а вот реализация вновь подкачала. Обратите внимание на новенькую брусчатку, ведущую к мемориальной доске. Здесь она выглядит красиво и ровно, но наступила весна, и выяснилось, что брусчатку клали на промерзшую землю. И вот так это место выглядит 22 марта 2024 года. Ну, масштаб, конечно, не такой, как на хоккейном корте. Однако же возникает вопрос, а что мешает такие проекты реализовывать вовремя, чтобы потом не переделывать и не тратить деньги, силы и время? А ведь это касается и более крупных объектов – дорог, тротуаров и так далее. Но об этом в следующий раз.